пока службу приехали, лось умер. Именно так. В обед лось был еще живой. Последним его пристанищем стал заброшенный коттедж. По сути, это яма высотой около 2 метра. По периметру бетонные стены. В некоторых местах торчит металлическая арматура. Выхода отсюда нет. Недостроенное здание, по сути, стало лабиринтом для бедного животного. Здесь лось провел свои последние часы. При этом он до конца боролся за свою жизнь. Выбраться он пытался вот в этом месте. Вот тут на кромке есть лосиная шерсть. Доставали лося при помощи спецтехники. Ужасное зрелище. Похоже, что животное просто умерло от физической усталости и обезвоживания. Местные говорят, что, скорее всего, его сюда ночью загнали собаки. Ну, я подошел посмотреть тоже. Увидел в группе то, что скинули лось. Еще сам удивился, откуда здесь лось. Скорее всего, из леса прибежал. Возникает вопрос и городским службам. По словам людей, в разные инстанции они начали звонить задолго до гибели животного. В итоге помочь не успели. Оставалось лишь вытащить бездыханное тело. Александр Халин, Максим Липин, новости Татарстана.